В соответствии с правилами благоустройства территории Анапы установка штендеров является административным правонарушением. В соответствии с законодательством за подобные правонарушения устанавливается штраф для физических лиц от 1000 до 5000 рублей, индивидуальных предпринимателей от 10 до 50 тысяч рублей. Законопослушные предприниматели сразу, без разговоров, убирают штендеры, переходят на другой вид наружной рекламы. Для демонтажа некоторых рекламных конструкций, которые прицеплены к столбам и заборам цепочками, приходится пользоваться инструментом. На сегодняшний день с сотрудниками муниципального контроля с территории общего пользования убрано более 20 рекламных конструкций. 4 штендера вывезены на штрафстоянку. На предпринимателей составлены административные протоколы.